Была большая задымленность, как раз был большой очень сильный ветер, не могли его найти, задымленность большая, вроде и площадь пожара большая, но задымленность большая, не видать, где горит, что. Ну и сообщили в основном о нем глава сельского совета, это Сухой речки, по-моему, оттуда с поселкового совета сообщили. Вот он был самый крупный, обнаружение составило его 40 гектар, обнаружено на площади 40 гектар, на границе с Рыбинским районом. Ну, ликвидирован он был на площади 100 гектар. Стоит отметить, что на сегодняшний день лесные пожары не зафиксированы не только в нашем районе, но и во всем Красноярском крае. Только за минувшие сутки сотрудники лесопожарного центра ликвидировали 4 пожара в Канском, Иланском, Абанском и Каратузском районах на площади 129 гектаров. В тушении были задействованы 44 человека, а авиапатрулирование, доставку сил и средств к местам возгорания осуществляли 2 воздушных судна. Напомним, в регионе введен режим ЧС, доступ людей в леса ограничен. Запрещено разводить костры, сжигать мусор и проводить пожароопасные работы. При обнаружении возгорания в лесу следует немедленно звонить на прямую линию лесной охраны 8 800 194 00 или отправить сообщение с помощью мобильного приложения «Берегите лес».